до платформы «Поляны». Работы должны быть проведены в 20-дневный срок и закончены 8 февраля 1943 года. Через две недели после прибытия в Ленинград первого поезда с Большой Земли военный совет Ленинградского фронта постановил повысить нормы выдачи хлеба населению Ленинграда. Рабочие и инженерно-технические работники стали получать 600 граммов в день. Это последний.